Приветствуем вас на канале Веселая Семейка. Хочу показать, какие огурчики у нас выросли, которые мы сажали на подоконнике. Вот в таком сейчас они состоянии. Конечно, росли они очень долго, очень медленно. Видимо, мало им света. Мы купили им фитолампу, повесили вот наверху. Сейчас выключена она. Вот, но... горит она у нас. Вот такой огурец у нас уже вырос. Сейчас мы его сорвем. Оборвала им макушки. И вот пошли огурчики расти. Потом должна в будущем макушка тоже пойти в рост. Вот еще один огурчик. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Один огурчик мы уже срывали, пробовали. Очень сладкий. Напомню, сорт балконный мы посадили. Вот такой вот огурец. Благодарю всех за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки.